Два автомобиля сегодня столкнулись в центре Тирасполя у магазина «Хай-Тек». Водитель «Хонды» поворачивал к ЗАГСу, но не уступил дорогу «Ниссану», который ехал со стороны Бендер. Двигались со стороны Бендер в сторону Тирасполя, не успели проехать площадь, и произошло то, что произошло. Я еще потом увидела, начала тормозить, и так получилось, что в бок я влетела. Но мы уже были готовы к этому. В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили серьезные повреждения. Сотрудники ГАИ проводят разбирательство.